Всем привет! Итак, в логин-ивенте на сервере Project Eva в Корее после первого месяца во второй месяц дают расходку, купоны на камни, на создание самоцветов, билеты продления в тренировочное подземелье по 2 штуки и билеты продления невероятного подземелья 2 штуки. Также по 3 камня во все зоны межсерверные, это Ацтакан, Эльмараден, Сады и Башня Дерзости. Также по 3 купона на куклы обычная улучшенная. 10, 20, 30 и 50, в сумме получается 110 фрагментов для улучшения руны развития. И самое интересное, это 7, 14, 21 и 28 день. 2 купона, в сумме всего 6 купонов. Один купон вы можете гарантированно обменять на талисмана Дэна плюс 5-й. Два купона вы можете гарантированно обменять либо на 5-й талисман Евы, либо на 5-й талисман скорости. А также за 3 купона можно взять невероятный усиливающий камень. Ну и за 28-й день логин ивента вы все получите бесплатно одну улучшенную куклу, рандомную. То есть это кукла 2-го уровня по старой системе кукол. Вот и все, такой логин ивент был в Корее. Какой будет у нас, я думаю, практически один в один с этим. Может быть, конечно, что-то и поменяют, но это, конечно, маловероятно, так как здесь все адекватно, никакой супер шары нет. И, в принципе, что-то менять я смысла и не вижу. Поэтому надеемся, что логин ивент как раз будет именно такой. Надеюсь, вам эта информация была полезна. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будет еще информация по последующим добавлениям ивентов и акций на Project Eva, также по Essence. Еще раз спасибо, что посмотрели видео. Всем удачи и всем пока.